Итак, всем привет! Это 101-я серия нашего выживания Fallout New Vegas. Мы находимся в каньоне Зайон, или Зайон, скорее всего Зайон. И, собственно, ходим тут по поручениям Горелого. На самом деле, нам куда надо в натуре? Так, ловушка для туриста. Обыщите дом рыбалки, найдите рации. Обыщите разбившиеся скаутские автобусы, найдите компас. Компас. Правильно говорить компас, я точно знаю. Это неграмотные люди говорят компас. По-моему. Так, ну что ж, мы, в общем-то, вот здесь вот там. И нам надо вот сюда вот там. А чтобы нам сюда попасть, это надо вот так вот пройти, да? Ага. А там, по-моему, падать-то далековато нафиг. Нет? Да вроде нет. А чё я такой весь из себя крутой? Не в приседе. Так, возьмем, наверное... Да, возьмем счастливчика. Урон у него неплохой. Или Машеньку. Давайте с Машенькой походим. Машенька, она, конечно, бьет не очень сильно. Здесь враги уж больно толстые. Но, в общем-то... Так, секундочку. Очень мне нравится здешний графон. Единственное, что текстурки выглядят, конечно, так, как будто из пластилина сделано, но в этом есть какая-то своя прелесть. Мне сразу Neverhood вспоминается. Почему-то. Так, вот тут мы разобрали Гекка. Там он кто-то еще есть. Надеюсь, это не Гекка. То есть, в смысле, можно гек, конечно, но желательно бы не зелененького. Отсюда я вообще не вижу, кто это. Да и, в принципе, начхать. Нам, собственно, туда. Похоже, в ущелье, да? Ну, типа, да. Раз автобус разбившийся, то, скорее всего, с вероятностью 90% он тупо упал в обрыв. С обрыва, вернее. Так, я кое-что забыл сделать опять. Извиняюсь немножко за маленькую задержку. Я забыл засечь время. Вон он, твою мать, ё-моё. И как это я туда должен спуститься, люди? У меня парашюта нет. Это не джаст этот, ну как его, там где мужик с парашютом, короче. Ага. Слушайте, любопытно, здесь можно спуститься. Так, детектив, хорошо, заколка, нож, так, нет, не надо. Кто это там ходит такой красивый, а? Есть у меня подозрение, что это кто-то недружелюбный, да. Написано, что враг. Дружить он со мной явно не хочет. Да, нормально спустились. Бух. Врагов нет, кстати, вообще никаких. Там он есть. Так, разбившийся скаутский автобус, игрушечная машинка, очень полезная вещь. Скелет, тоже хорошая вещь. Ленчбокс, вообще прекрасная вещь. Чемодан пустой.
Ой, мать твою, детишки, это же детишки скауты. Фу, какая радость. Фу, какая мерзость. Так, а где этот компас? Вот он. Сломанный компас. Так, этот компас, да, можно починить. Трогать, починить с помощью запасных. Вообще классно. Довольно-таки много очков дали. Так, что здесь есть? Петарда. Это нам не надо. Это что? Сенсорный модуль компаса. А он нам надо? По-моему, не надо, поскольку мы его починили. Эта фигня у нас будет просто валяться в инвентаре. Я так понимаю. Ну, вроде все мы тут осмотрели. Насколько я успел погуглить, в этом каньоне, оказывается, 50 локаций. Я вас поздравляю. Это почти что четверть от Fallout'а всего Нью-Вегаса оригинального. Так что ходить мы тут будем долго. Так, что у нас дальше? Дальше нам вот сюда, вот говорят, пойти. Но мы... Может, пойдем с толсторогами дела поимеем? Хотя, с другой стороны, давайте просто осматривать. Вот здесь вот что-то есть. Здесь вот что-то есть. Давайте пойдем в дом рыбака. Посмотрим, нет ли там рыбки. Там где-то еще есть какие-то локации. Мы их сейчас тоже блутаем. Чего нет? Так, эту хрень я брать больше не буду. Подор. Только не говорите, что он здесь есть. Я ненавижу этих падл. Хорошо, что они дохлые так вот валяйтесь. А, это... Вон а чё, я Угай подрался с ними, походу. Залутал всех и сам подох, похоже, от яда. То есть траванулся и откинулся. Но будем настороже, вполне возможно, здесь есть еще эти касадоры. Ого, вижу какой-то, это типа мостик. Если там хоть что-нибудь, это вопрос, конечно, интересный. Но нам, по сути, туда-то не надо, а то это вот, похоже, вышка, да? В смысле, этот пост рейнджеров. Нет, это не пост рейнджеров. Кто это? Блин, еще и раз скорпиона здесь. Зашибись. Вообще полный набор, короче. Так как? Ой, ау, ау, ау. Ау, я в текстурке провалился, мать твою. Только не это. Нет, не провалился. Слава богу. Что называется. А то я помню, как я однажды в текстурке провалился. Так, не обнаружили кто? Тут вроде кто-то мирный, да? А кто тут мирный такой? Ага, верующий мертвых лошадей. Понятно. Кстати, можем тебя обократь? Я у тебя... Вот это возьму, и вот это возьму. Спасибо. Насрать на карму. Что там внутри? Есть чё? Похоже, нету. Кстати, сколько у меня... Я тут озадачился, некоторые у меня эти, оказывается, не получены ачивки такие странные, типа обчистите
50 карманов, блин. Так, вообще. Так, карманов. Замков взломано, понятно. Я очень добрый вообще. Химикатов. Карманов обчищено 2. О-хо-хо. Сколько нам еще придется воровать-то? То есть мне, не нам. Конечно же, мне, чтобы получить ту ачивку. Похоже, тут там что-то происходит. Но это похоже, собственно. Человек. А если это человек, значит его можно убить. Это ты стреляешь, да? Нет? Дождь! Да не гоните! Не может быть! Только я говорю, что в Fallout'е никогда не видел дождя. И вот вам, пожалуйста. Ничего себе. Дождь. А, хорошо-то как. Какая прелесть, блин. Надо же, реализовали все-таки дождик в Fallout'е. Птицкая сила. Как долго мы этого ждали. Я, по крайней мере, точно. Так, нам надо открыть эту локацию. Это же мостик. Дождем, а обед по расписанию, как говорится. Тут что-то, наверное, есть. По мне... Не провалиться бы тут. Это все очень-очень шатко. Я бы сказал. Ну правильно, 200 лет без ремонта, ёпт. Это каменный-то мост. Раздолбается к чертям. Чудо-клей. Спасибо, не надо. Больше здесь, я так понимаю, ни хрена, да? Ладно, пойдемте. Так, это мы пойдем тогда на, собственно, получается, на этот остров. Ну, по идее, нам на него и надо. Ну, потому что вот этот вот дом рыбака, он именно на этом острове и есть. Поэтому мы пойдем по дороге, а потом свернем куда-нибудь. Мы вообще будем идти по дорогам, я так думаю. Потому что на дорогах, обычно на дорогах встречается меньше зверья, чем, собственно, на бездорожье. Мне интересно, кто же там стрелял такой, Робин Гад. Правда, не в меня, но все равно интересно, кто же стрелял. Так, вот вижу какой-то красный недружелюбный огонек. И это скорпиончик. И это плохо. Хотя я его разбираю очень даже хорошо. Что, опасность? Какая опасность? Ах ты, сын, ты, сын. Ты откуда тут взялся? Я тебя не звал. Смотрите, какие крепкие у них бошки, блин, капец. Фактически. Я ему сколько всадил? Я не промазал ни разу, на самом деле. Медвежье ружье, что это такое? Это дробаш, похоже, нет? А нет. Ага. Ну, в принципе, можно попробовать взять.
почему, может, для него где-нибудь прицел можно раздобыть. Это будет тогда офигенная снопа. Потому что смотрите, какой у него урон, при том, что оно в очень-очень хреновом состоянии на самом деле. Но смотрите, 58. При том, что мой охотничий револьвер в хорошем состоянии дает, по-моему, 64, если я не ошибаюсь. Поэтому нам бы надо. А вот это нам очень надо. Такие патрончики нам очень нужны. Так. Тут вопрос. Как нам лечиться, блин? Чем нам лечиться? Ради такой фигни я бы не очень хотел тратиться. Тут что ли съесть? Давайте съедим. Может быть восстановит. Да, вряд ли, конечно. Осторожно, кто там? Написано было 4 секунды или не 4. Или я что-то путаю. Так что он все восстанавливает и восстанавливает. Блин. Дождик это клево. Блин, кот упал. Уснул на подоконнике и херанулся с него. Короче. Ладно, хоть успел сгруппироваться. Так, я не понял, блин. Где? А где враги? Вашу же мать. О, богомол. Зайонский богомол при этом. Любопытно. Ну, этих-то тварюк мы разберем без проблем. Что это? Да, нога богомола всего лишь. Хрен бы с ними. Так. Я вижу какую-то локацию. Раз, два. Локацию, три локацию. Давайте пойдем вот по этой локации. Я не буду торопиться. Я буду все осматривать. Так, осторожно, а кто? А меня никто не палит на самом деле, как ни странно. Но в то же время пишут, что надо быть осторожным. Ага. Мирное поселение или... Да какого хрен, какое оно может быть мирное? Блин, мне не нравится погода, кстати говоря. Нет, это, конечно, очень все красиво, но, блин, темнотень. Это, знаете, как вот в середине лета. Вроде как солнышко-солнышко, потом бац, ливень. И такая... На душе. Ага. На душе сразу так тоскливо-тоскливо становится. Хотя и чувствую, что может поспать. Военная одежда. Мне не надо. Спальники. Много спальников. Я включу свет, если вы не возражаете. Так, почему я не прохожу туда? Вопрос. Оно, конечно, хорошо, но нет, прохожу. Так, ну здесь... Чё, кто? Какой хрен?
Все равно говорят осторожно. Так, ну с богомола я точно ничего собирать не буду, я его даже осматривать не буду. Так, верующий. Привет. Так, пистоль. Это вещь хорошая, пистоль. Да, а вот смотрите, он уже хорошо восстанавливает. 8 секунд. Кстати, значит, неплохая вещь. Так, плод невадской агавы, да, говорится. Будет так. И я хочу починить пистолетик. Так, у меня есть такой, есть такой. Урон, правда. Ой. Делаю. Вот так вот, урон 34 уже, смотрите-ка. Ну и такой пистолетик. А давайте с ним походим, попробуем. Да. Но выглядит он, конечно, отстойно. Тогда нафиг его. Лучше я все-таки с Машенькой. Я как-то к ней привык. Так, ну и давайте осмотрим, что тут еще есть. Военные бабки. Надо будет их загнать куда-нибудь, кому-нибудь. Хотя, что на них покупать на самом деле? Вот в чем вопрос. У меня уже началось такое... такого момента я достиг в игре, когда мне покупать-то нечего. О-о-о. Что опять? Чего опять? Вроде мы тут все облазили, ничего тут нет. Чисто бесполезная, беспонтовая локация. Потому что что-то припрятано. Давайте глядеть, куда нам теперь пойдем. Где мы вообще находимся? Так, мы находимся вот здесь. А нам идти туда. А я хочу, куда я хочу. Я вижу, в принципе, только... А, вон там он еще есть. Да, пошлите туда. Сходим. Я хочу все осмотреть. Я никуда не тороплюсь, блин, ночь, правда. Я, кстати, спать не хотеть. Киса моя, спать не хотеть. Сон. А вообще сна нет. Жрать неохота, пить неохота. Эффекты. Только положительные, радиация так себешная. Пещерного гриба можно принять. Походу она спать не хочет. Ладно, пойдем тогда осматривать. Ей, похоже, тоже интересно, как и нам. Что же здесь есть? Такого любопытного. Осторожно. Так, банановая юка. Толсторогов приманивать. Мы этим обязательно займемся. Как только так сразу. Так, это вот так, это хороший обзор. Да, надо. И, собственно, я как бы прочитал, что это вроде как муравьиное логово, но а где вход? Быстрое перемещение. О, дождик кончился. Блин, все-таки небо просто прекрасное. Ага. Ну
Ну, собственно, муравьиное логово, но оно, по ходу дела, заваленное. То есть это старое муравьиное логово, я так понимаю. Ну, по крайней мере, я теперь нормально. Дождик это, конечно, хорошо, но уж больно как-то мерзопакостно. Но это, конечно, очень круто. Только я сетовал на то, что не так давно, что никогда не видел осадков в Фоллаутах. То есть еще говорил, что очень это, символично, что вроде как игра-то переводится по сути как осадки. Ну, это то, что мы пожали, но понятно. То есть переводится она не как осадки, а как последствия, да? По идее. Но, в общем-то, это слово еще можно перевести как осадки. Я еще это самое говорил, что в игре, вроде как, которая называется «Осадки», нет осадков. А вот на тебя. Есть осадки. Зачет. Это, наверное, мост, да? Я так понимаю, мы на мост пришли. Смысл, что мы сюда пришли. Ходим по речке, ходим кругами. Теперь мы под мостом, и это нам показывает, вот здесь вот где-то может быть чего-нибудь. Давайте мы перенесемся вот сюда и пойдем туда, куда нам надо идти, собственно. Опа, опа. Что это, как вас так типа много врагов? Мне, конечно, начхать. У меня скрытность хорошая. Так, а нам туда, и там вдалеке ждет нас какой-то, собственно, опять какая-то локация. Ой, да не одна. Ой, текстурки. Ой, текстурки-то. Ой, а чё это они как? Они тупо не подгрузились. Здесь вот есть текстурки. Что-то слышал. О, наконец подгрузились текстурки. Кто такой? Крутокрыс! Крутокрыс, будьте водес. Муравьи. Все-таки, значит, муравьи-то тут водятся, блин. Зараза такая. Крыса нам типа не нужна. Не нужно нам это. Да, странно, что текстурки так долго не могли подгрузиться. Так. Древесный скорпиёша. Отвалил. Муравьишка. Солдатик. Человек-паук. Да без проблем. Так, пустой. Муравьиного нектара не дашь. Муравьиное мясо нет. Это не то. Собственно, тут какой-то есть мирный перс. Или мирное животное. Давайте посмотрим, что за животное. Или... А-а-а.
толсторог. Ладно, не буду тебя бить. Нас предупреждали, что не бей толсторогов, иначе нам кушать будет нечего. Нам, собственно, эти толстороги не нужны. Ой, так, вот здесь есть мост. Здесь есть мост. Говорят, осторожно. Будь очень осторожным. Там какая-то странная конструкция, я вижу. Так, где? А, вот ты. Тоже какие-то. Вопрос. Если есть детеныши, а где их мамы, папы? Вообще, при том, как мы находим локации, я не думаю, что у нас займет много времени на то, чтобы пройти это DLC. Сколько мы уже понаходили локаций там? Много. Так, там враги. Так, мы перешли. Ага, мы перешли, да? Нет, нам надо возвращаться надо. Туда мы не пойдем, потому что магазинчик-то рыбацкий, он не тут. Насадка пожарного шланга и стакан. Льем спирт по бокалам из рукава. Фак, я так и знал. Так, я повредил ногу, нет? Засмотрелся, что называется. А нет, смотрите, ну это как раз таки цело. Рука вот не очень. Ну ладно. Так, надо, кстати, попить, поскольку радиации нету. Да-да-да. Кто где? Где кто? Кому жить надоело? Опасность. Чё-то никто на меня не это. Никому я не нужен. Так, ну куда я прусь? Вопрос. Я в другую сторону нафиг. По идее, можно и здесь протопать. Там, правда, что-то есть. Давайте-ка попробуем быть. Все время отвлекает. Ну, ё-моё, ну что за нафиг? Вот я всегда удивляюсь людям. Когда ты ничего не делаешь, ни у кого никаких вопросов к тебе не возникает. Как только ты начинаешь записывать. Как у всех появляются просто к тебе неотложные дела. Просто такие колоссально неотложные, что вот прям подождать, ну никак нельзя. Так, кто на меня надрится? Вообще никого не вижу. Слушайте, а у меня есть такое ощущение, что мы ни хрена не поднимемся. Вот магазинчик рыбака. А нет, вот здесь можно подняться, по-моему. Ну да.
Что мы тут имеем? Мы тут имеем вон там, вон там, вон там, вон тут. Офигеть, сколько мы имеем всяких локаций. Кто это? Яугай? Или кто? Ага. Пес белоногих. Ты, песик, отправляешься в бай-бай. Сволочуга. Да ладно. Это что такое было? Я вообще не понял, что это было. И где я? Саши Бис. Они ядом, похоже, травят. Я бы даже не заметил. Я вот даже не заметил, что они травят ядом. Ладно, будем знать нафиг. Потому что, ну, нереально. У меня очень много здоровья, у меня броня хорошая. Нереально им было меня так быстро разобрать. Я даже это... Как говорится, не считал их за достойных противников-то. А тут на тебе. Так, что нам сюда, что ли? Блин? Куда нам? Я уже потерял полностью все ориентиры. Это мы что не нашли-то? Так, уравненное логово нашли. Ну, по-моему, мы нашли только вот этот мост и, собственно, и все. Ладно, пошли по дороге. Вырезать, конечно же, я не буду. Мы должны дойти до этого рыбацкой хижинки. И отомстить тем сволочам, если мы их встретим. Я не думаю, что мы их встретим, конечно. Что-то есть у меня подозрение, что ни хрена мы их не встретим. Потому что пойдем-то, собственно, другой дорогой. Так, кто это? Большой зеленый геккон. Стопэ. Стопэ. Сейчас я тебе устрою. Большой, блин, зеленый геккон. Вот эта вот штука у меня получше будет. Счастливчик-то. Ютицкая сила, да ладно! Это он настолько крут! Нифига себе! Нифига себе, сказал я себе! Слушайте, нас разбирают! Это очень печально, на самом деле! Вот это да! Он просто нереально крут, на самом деле! Чё-то у нас тут пушки-то какие-то слабенькие, на самом деле! Мне даже плохо что-то на самом деле. И вообще на самом деле я что-то заговариваться аж начал на самом деле. Ну правильно идет. Так, а у нас есть какой-нибудь там автомат или что-нибудь такое? Блюститель порядка вот у нас есть. А куда я делал автоматы, которые я с этих собрал? Потому что, ну, я могу, например, вот этой штукой.
попробовать. Давайте ей попробуем. Блин, какие страшные эти зеленые гекко. Тут к местным противникам надо еще привыкать. Потому что они не выглядят настолько опасными, насколько они являются, блин. Ну, сейчас попробуем колыбельную. Колыбельная вещь хорошая, на самом деле. Должна сработать бы. Конечно, у меня есть охотничий револьвер. Но, блин, у меня для него патронов не очень много. Кто это? А, ну вот, мы его как раз убили. Так, ну вроде на нас никто не это. Говорят, типа, осторожно. Осторожно, но мы-то знаем, что это всего лишь тараканы вот эти. Отлично. На самом деле вот эту штуку надо бы поберечь. Тишина же все-таки, точно, я уж забыл про это дело. Давайте с счастливчиком походим, у нас для него патрончиков-то есть. Потому что Мария здесь вроде как не выруливает, потому что что-то тут толстокожие вражины-то. Поэтому Машенька тут как-то не выруливает, действительно. Против людей она еще может вырулить, а против каких-нибудь геконов сомнительно. Так, там вражина? Нет. А вроде да. А вроде нет. Так, мне куда вообще? Куда я приперся? Скажите мне. Так, приперся я, собственно, к мосту. Ага. Это я еще только до моста дошел. Зашибись. Ладно, пойдем мост откроем. И надо почаще сохраняться, нафиг. Так, опять осторожно. Кто меня все время палит? Вот кто? Там кто-то бегает. Ладно. Собачка. Кто? Я не понимаю, это люди или не люди. Надо было брать бинокль с собой. На всякий пожарный, так как тут через альбер. Нет, это банановая юка. Походим-ка мы, пожалуйста, с этим вот револьвером вообще. Что-то мне стрёмно здесь. Меня два раза нарезали по глупости. Потому что я недооценил противников. Так, здесь вот мост. Вижу его. ТП. ТП. Косадорчик. Ты посмотри, сколько я ему снесу, да? Это что за фигня? Это самым мощным моим оружием. Слышь ты, я с тобой не буду драться, короче. Ты мне не нужен, ты можешь меня травануть. А смотрите, они меня, на меня прям вот буквально напрыгивают, они меня не видят. Скрытность-то какая, а? Просто волшебная. Так, вот там этот мост. Мы его открыли, и здесь мы сохранимся. Ибо нехер. Мне аж страшно нафиг.
тогда можно бы убить. Где его не лишним будет. Возьмем Машеньку. Нога. Да. Так, Касадора рядом не видать. Слава богу. Так, нам вот здесь он, похоже, поворачивать. Я не знаю, зачем я собираю этот корень, но возможно, что он нам пригодится. Может быть, и нет. Вот эта вот штука очень хорошая. Она восстанавливает неплохо так здоровье. Так, пика. Еще вижу корешок. Что-то тут дорога какая-то. Какая-то так себешная. Проселочная какая-то. И это мы пришли. Да, нам надо повернуть вот туда. И мы пойдем прямо к этому магазинчику. Там враги. И хрен бы с ними. Как говорится. Так вот корень. То есть это вот. Вот эту всю шнягу. Возьмем. Пригодится. И я в этом уверен. Если не пригодится, то по крайней мере сожрем. Я так понимаю, это местная траука. Раз. Про дурмана что-то говорят. Блин, не нравятся мне эти звуки. Ты кто такой? Ты маленький Гекон, да? Угу. Ненавижу ваш собак. Спать. Ваши зеленые большие собратья мне очень сильно попортили нервы. И я теперь на взводе. Так, я здесь поднимаюсь, да? Нет? Нет, не поднимаюсь? Да ладно. А как туда вот попасть? Я хочу. Ага. Ты кто? Так. С вами я теперь понял, что лучше не шутить. И ты меня не услышал, и это очень хорошо. Собачья шкура и все такое, это нам не надо. Так, сейчас мы тебе устроим козью рожу, сукин ты сын. Так, вот здесь вот ты ходишь, да? Да. А куда ты пропал? А куда он пропал? Только что здесь ходил. И нету его. Так, Юка. Юку возьмем. Я хотел бить белоногих. Моя бить белоногих. Вот он. Он, похоже, вернулся собачку свою исследовать, а там собачка-то того. Так, 34. Стопэ. Пацанчик. Сейчас мы тебе сделаем. Вот. В башку 95%. Вот так это дело делается. Ну-ка, что у тебя есть? Арматурина. Так, пистолет, пулемет. Патрон. Киброшки. Арматурина. Фигня. Куда я дел пистолеты, пулеметы свои, кто знает? Я вроде как две штуки. Наверное, я в ящиках сложил. Думаю, они мне типа не понадобятся. А сейчас уже чувствую, что, ёлки-палки, я был, похоже, неправ.
скорее всего, этот пистолет-пулемет очень даже мне понадобится. Так, ну, а я что-то не понял. Как мне туда-то проникнуть? Что-то шел, вышел на берег, а на берегу ничего нет. Хода никакого нет. Придется пилить той же дорогой по ходу дела, да? Да нет, здесь тоже нет никакого хода. Только здесь есть такой более-менее пологий склон. Где-то здесь должен быть этот магазинчик. Ну, где-то здесь пока как минимум вот должна быть, да, дорога, которая вроде как... Так, отвлекают, блин. Фигово, что меня постоянно отвлекают. Ладно. Уже не помню, сколько времени занимает эта серия, но нам надо ее, я думаю, завершить, когда мы дойдем до этого магазинчика. А вот и он, кажется, да? Ага. Маленький Зайонский. А, это дом рыбака, понятно. Это типа не магазинчик. Есть ли кто здесь? Как-то очень странно. Какой-то очень странный квест. Никто нам как бы препятствий не чинит. То есть пришли там, например, в автобус. Взяли компас, ушли, пришли в магазинчик в этот. Похоже, что сейчас мы его запросто облутаем, потому что никто нам... А, нет, слушайте. Кто это? Блин, красиво здесь. Кто такой? Ты большой, ты молодой, зеленый. Ну, допустим. Пусто. Так, здесь есть еще один. Я точно помню. Прошу прощения за смс-ки. Обычный, да? Знаток оружия мне открыло достижение, но теперь у меня достижения, собственно, не показываются, поскольку я запустил в Letterboxd, да? Я разобрался, почему у меня сплюснутое немножко это изображение, то есть он меня вроде как запускает все-таки в формате 4:3, но при этом делает как бы это изображение немножко растянутым. И эта технология несовершенна получается в плане того, что изображение действительно делается приплюснутым. Но это именно программа-то, то есть сам Fallout так делает. При этом я, например, могу запускать другие игры, также вот в разрешении 720p, 16:9, оно не, изображение не приплюс, не сплюшивается, как говорится. И вот теперь, когда я обрабатываю,
это видео, да, после записи. Я делаю его, конечно же, обрезаю черные полосы, чтобы оно было действительно этим, честным, 1280 на 720. Вот. И у меня все мои эти ачивки. Как уж их открывать-то, по-моему, вот так вот, да? Да. Вот, как раз-таки все вот эти ачивки, они у меня, собственно, остаются за кадром. И вот последний я... Ближайший бумеранг. Даже мне последний и ближайший. Можем даже посмотреть на эти ачивки. У меня вон их сколько много. Но при этом... У меня еще куча неоткрытых ачивок. Окей, ну ладно. Это все фигня. Так, как отсюда выйти? А, вот так. Понятно. Вышли и вышли. А что мы ищем? Что мы ищем? Заперто средний. Давайте. Взлом у нас хорошо. Так, Sunset испарила, виски, рация. Рацию возьмем, все остальное. А, нет, Sunset испарил тоже возьмем. Блин, у меня ее нет. И все? Господи, ну и... Ну и квесты, блин. Что-то как-то я уже это... Что-то мне как-то уже не как-то не очень. Так, ну это, я так понимаю, выход, да? Выход... Холодильник, сортир с ванной, это все понятно. Каньон Зайон. Кто? Опять дождик. Идет мужик меня убивать. Батюшка. Тихо. А, ты, блин, этим. Зачем мне тогда на тебя тратить хорошие патроны? Тем более, что у меня их не так много. Я сейчас потрачу говно всякое. Блин, какие-то бронированные прямо совсем-совсем бронированные. Что-то вроде как мне сказали, что я чувствую какое-то головокружение, да. Она меня траванула, сучка. Но у меня... А нет, убавляется здоровье потихоньку. Этицкая сила. Так, давай. Но очень медленно, и это хорошо. Да господи! Открой мне чего-нибудь. Так, помощь, блин. Давай-ка Sunset испарил, ухалибни. И давай-ка стимулятор примем. Вот так. Ну и вроде... Нет, все равно. Все равно поплохело. Я надеюсь, эта штука все-таки как бы немножко... То есть ограничено во времени. Будем надеяться, что оно потом само собой выветрится. И не надо будет противоядие использовать. Потому что противоядия у меня мало. Так, что мы будем делать? А мы не будем ничего делать. Мы на этом завершим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.